Всем привет! В эфире мистер Сергей. Сегодня я мылся вот в этой самой душевой кабинке, слушал музыку и подумал, черт возьми, какой прекрасный реверб, самый настоящий чембер. Нужно его записать. Но у нас есть и другие комнаты, поэтому мы решили сравнить, а как звучит, собственно, чембер разных комнат. Для этого мы воспользуемся припевом молодой и в меру популярной группы, которая выпустила недавно свой релиз. Смотрите, для этого мы купили несколько пар макбуков. У нас всего 5 комнат, 5 чемберов, соответственно, у нас будет 10 компьютеров. Давайте начну. Первый – это басрум. Замечательно, эту комнату мы записали, теперь я оставляю этот компьютер здесь, он уже больше никому не нужен, и мы переходим в следующую комнату, где у нас уже заинсталлирована следующая пара компьютеров. А вот здесь настоящая спальня, так сказать, иммигрантская. Здесь вот на диване работает человек обязательно, у него хоть и есть стол, но за столом сидеть совершенно не обязательно, вот так вот. Он садится и делает вид, что приобретает какие-то нужные навыки. А на столе стоит компьютер, с которого обычно идет музыка. И я стал замечать, что именно с того стола, с того угла, с той музыки получается очень хороший реверочек. Поэтому давайте попробуем, как это звучит, когда я сижу на кровати и слушаю музыку. Пожалуйста. Ну что ж, это было неплохо, а теперь давайте посмотрим на другую спальню. Здесь есть, как видите, шкаф, тут вот кровать такая специализированная. А, но влияет ли звук на звук? Давайте перейдем в другую спальню. Спальня была как спальня, но мы решили переоборудовать ее в центр обслуживания населения. Здесь у нас, так, как говорится, удобная комната для приема иммигрантов. ЦОН по-нашему, да, я здесь, соответственно, уже сразу заполняю заявление на ИИН, какие-то кредиты и так далее. У нас все на государственном уровне, пожалуйста, вот здесь нет никаких совершенно сомнений. Никаких сомнений. Здесь их нет. Вот они, да. И звук, когда я заполняю анкету, потрясающий. Давайте послушаем. Хорошо, заявление мы заполнили, так что самое время попить чай. Ты считаешь, сколько у нас компьютеров уже? Мы богатые люди, здесь только серьезные живут. И вот когда ты полностью устал, то хочется попить чай. Вот обычно мы, значит, присаживаемся вот здесь, вот за этот стол, открываем какие-то вот документы. Шутка, когда ты за столом, ты ничего не делаешь, ты только кушаешь, а компьютер находится вот здесь. Здесь мы включаем музыку и слушаем, пока пьем чай. Давайте попробуем, какой реверочек на кухне. Ну вот пришло время прощаться, ребята, и уходить. Когда мы уходим, мы... Так, еще уронил телефон, Валерий Петрович. Когда мы проходим в коридор, мы тоже всегда слушаем музыку. Поэтому я проверю, как здесь записывается. Здесь записывается. Ты их считаешь, да? Это уже 10-й компьютер, 5-я пара. Мы действительно богатые люди. Включаю и наслаждаемся. I'm in love with you.
Вот так вот и отличаются друг от друга реверберации. А теперь давайте послушаем склеечку, как все это звучит очень быстро, чтобы понять отличия. А я пойду... Куда люди ходят, чтобы не это... В Казахстане я уже есть. В Лагманную? Нет, пойду посплю лучше. Вот половица скрипит.